Всем привет, дорогие друзья! И сегодня в поздний вечер, а точнее уже в ночь, мы будем проходить инди-хоррор под названием One of Them. Точнее, будет проходить сегодня Сокол, который сидит рядом, а я буду просто сидеть и наблюдать за этим. Если у вас отличное настроение, то приятного просмотра. Всем, ребята, привет. Сокол у руля. Я конфету туда жевываю, поэтому интруху представил Битфинт. Нажимаем любую клавишу. Что-то там, иди туда, то internal punishment, бадзе. Короче, фиг его знает, что там дальше. Что-то про жизнь. Мэтью 25:46. Ну, не, наверное, 25 минут 46 секунд. Потому что 25 часов не может быть. Ни хрена себе тут басуха. О-о-о, засветы. Блики есть. Над графикой видно поработать. Спецэффект. Громко было. Тише сделал. Потому что ночь уже. Как бы там соседи тоже будут спать и обсираться от моих хорроров. И получается, что я уже не играть буду в хоррор. У меня будет в хату прорываться такой хоррор. Оу, у нас заточка. Ох, кровь потекла, походу. Пип-пип-пип. А чё, пип-пип-пип, пейджер, что ли? А, не, в больнице. Чё происходит? Где я? Кто я? Где я? Я, наверное, мужчина. О, я уже играю. Да, ты, конечно, рукой мастер затыкает раны. У нас кровь прям не идёт. Он у нас, походу, это... сделал так, чтобы она быстро свернулась. Мне вот интересно, что будет, если я назад пойду. Если тут тупик или куда-то. Ёпта, что-то далеко очень. Все, я по стеночке пойду. О, тут текстуры не прорисованы, знаешь, уже конец локации. Так, быстро он не может бегать, инвалид. Прыгать тоже не может, инвалид вдвойне. И втройне инвалид, потому что не может приседать. У нас полностью инвалид. Плюс он еще однорукий, потому что он второй рукой затыкает рану. Как это сложно все. Я пока двери буду открывать и убегать, меня уже сожрут, убьют 350 тысяч раз. Какие очень интересные пустые шкафы. И вот этот шкаф не открывается. И причем, я заметил, когда стоишь, нормальный фокус. Когда начинаешь ходить, все размазывается. О! Радио. Так я включил. Сам ты писал. Что-то там говорит. О, что-то в ногтях поковырялся. Кровь, видимо, застывает. Let's go, говорит, что-то куда. Или про какие-то истории. Что-то опять беган. Говорит, музыка, что-то сели. Территория. I was very hesitant to send you this, as the sound bes, говорит, bothers me to listen to. Бесы, говорит, достали. Говорит, программы бесов достали, говорит. Говорит, я доктор. У меня, говорит, 30 seconds. Нету секунд, говорит. Он говорит, я true. True Wazards. Warner Brothers. Представляет. To you, говорит. Он говорит, хер. Манди. Ооо, заскрипел. Ну, балаган, там митинги, походу. А это громко, говорит, эта херня. А можно мне отсюда уйти? О, клапан! На русском... Ой, извиняюсь, на русском написано. Клапан, я аж удивился. Говорит он на английском, а написано на русском. Как все видно. Можно фонарик поярче? О, супер-мега-быстро открывающиеся двери. Хоп, я уже как профессионал.
Да, да. Двери вообще открываются мощно. О! Дверь закрылась, я услышал. Вы инвалид, он-то никуда. О, да. О, нифига у меня тело двигается мощно. О. С голой жопой. Монстр голожопый. Оп, исчез. Ма. Оп, я открываю быстро дверь. Профессионал по открыванию дверей. Чё, клапан опять. Еще один клапан, уже два клапана. Сей? Я эту дверь не могу открыть. Зато могу клапаны посмотреть. О, дорога вниз. И дорога прямо. Пойдем туда. Клапан. А, тут тупичье. Что-то размывается все, ничего не видно. Там дверь мне сказали. Не. Написано не. Не прикасаться. Так, лесенки вниз. Тук-тук-тук, турук-тук-тук. О, тут о, размазывание. У него, походу, это... Очки, наверное, одеты. И очки запотевают, и он бывает, у него размазывается зрение. О, стучит кто-то. Чё стучишь-то? И так все слышу. О, дверь. Нельзя открыть. Еще дверь. Тоже нельзя открыть. Не прикасаться. Еще дверь тоже нельзя открыть. О, дверь открыта. О, интересный человек. А чё у тебя глаза-то светятся? Ты как с Людей X, циклоп. Ага. Только у тебя желтым свет. У тебя зубы еще светятся? Золотые зубы? Ничего себе. О, я все понял, я побежал отсюда. Я быстро бегать, правда, не могу. Алло. Надеюсь, ты ушел? А, он меня испугался. Я его испугался, он меня еще больше испугал. Опять же, беган. Чуп. Там, да. Орёт там. Какую-то порнуху какую-то. Ой, привет. Ой, это золотой, что ли? Ты чё? А он, короче, цвет кожи еще поменять успел. От страха. Ебать. О, золотой. Головожопые все такие. Чё за... Чё такое? Кровь. Руки. Грязные руки. Руки не помыл. Кулачки сжимает. Разжал кулачки. Проверил, работают ли руки. Мои ли руки или чужие. Руки у него в порядке. О, эти исчезли. Головожопый исчез. Тоже исчез. Ого-го. Непонятно. Там что-то радио заикается. Радио аж слышно за 3 километра там через стены. Пробивает. А чё, может, какие-то двери уже открываются? Я иду как бы это. Да я все прошмонал. Видишь, что-то происходит, значит я все правильно сделал. Так бы ничего не происходило. Не обучают, как в хоррор играть. Ты все правильно сделал. О, смотри, какие-то пимпочки есть. Типа свет, что ли. О, а их не было. Или были, я просто не обращал внимания. Я зачем-то иду опять наверх. Наверное, потому что внизу я все прошел. О! Дорога вниз освободилась. Столы убрали. Тут грузчики быстро разгрузили, короче, столы. О, о, какое-то висит говно. Шторы висят, обмотки, веревки. Что такое? Вентилятор, большой вентилятор. Звуки такие объемные прям. Над звуками тоже хорошо поработали. А, кто? Ой, сзади-то кто-то был. Я не зря повернулся назад. Я как знал, что кто-то сзади сейчас будет. Типа Слендер. Исчез, смотри. Типа меня пугает. Не, мне на самом деле-то... Ой, мой. Нет, на самом деле страшно. Сейчас бегать придется. Да он бегать не умеет. В том-то и прикол. Или прятаться. О, провода.
вот еще обосраться на ночь вот, не хватает, конечно. Я как раз не покакал еще. Сейчас вот чувствую покакаю. Зачем я сюда зашел? Наверное, чтобы покакать. Сейчас какой-нибудь ебак. Ну, извиняюсь за выражение, сейчас какое-нибудь страшное чудище на меня вылезет. О, куда идти вот? Налево, направо. Налево, мне говорят. Да, правильно, налево идем. Радио. Опять сейчас криптонит там какой-нибудь. Милиция. В подвале милиция. Едет в подвале милиция. На улице, да. Слышно, аж в подвале. Включил радио, ничего не происходит. А, у него зрение расплывается, он кровь теряет. Только что-то он уже не восстанавливает ее. Он уже, наверное, думает, ах, умирать, хрен с ним будет. Что такое? Что-то храпит кто-то. New technologies открывания дверей. Да, новая технология открывания дверей тут придумали. Это, наверное, единственный плюс в этой игре пока, который я успел заметить. Ох, какая вентиляция! А там у нас что, луна? Вау, ничего себе! Ой, привет. Золотозубый, это ты? Привет. Вот чё ты с голой жопой, как задом не поворачивайся, ты чё? Первый закон, особенно в подвалах. Чё? Говорит, на зоне. О, я опять лежанку делал. О, меня торкает. Самолеты. За точкой в почку. О, я же говорю, лечу куда-то. Самолеты, самолет. Белый экран. Белый как ангел. О, я уже сижу. Смотрю вниз. Зачем я смотрю себе между ног? Так интересно прям. Там что-то происходит интересно. Я не могу поднять голову. О, что-то. О, рот открыл. У него во рту тоже светится. Ой, это я лысак. Я лысый. Вау. Правильно, конечно, мне ж холодно было. Чё? Это вообще какая-то наркомания на самом деле. Чуть валяется, умершая на белом фоне. Я теперь стал золотым, золотозубым пацаном. Это был я все это время. Привет. Давай, зубки покажи. Светятся там? Шикарная игра, ребята, что я могу еще вам сказать? Что я могу сказать об этой игре? Самое главное. Новая технология открывания дверей. Второе. Реалистичная потеря крови, помутнение в зрении, галюны. Он на самом деле лежал просто в тюрьме с заточкой в ребрах и потерял кровь. Из-за этого, того, что он много крови терял, у него появляться начали галюны. Он начал думать, что он ходит где-то, бродит, кого-то видит, а на самом деле он видел самого же себя. А по факту он вообще умер уже. Его просто убили. А голожопый ему, ну, наверное, он был голожопым, потому что его в тюрьме, ну, вы понимаете. Тяжелые времена были там. Короче, вот все, что я могу об этой игре сказать. Это как я сюжет сам выстраиваю. Эта игра вообще, каждый сам как хочет тут сюжет выстраивает. Вот вам дают вот что есть, а вы уже додумываете сами. Вот моя вот, мое воображение вот додумало его именно так. 25-46 самое главное, Мэтью. И мы опять сейчас за точкой, да, будем лежать? Типа повторим заново. О, е. Да, заново все. В столовую бежал, не добежал. Ох, горошек сегодня был нехороший. Просроченный, наверное, тушеночка вместе. Ебать, упал. Обосрался. Милиция поехала. Милиция, погоди, едет. Все никак не доедет. Эй, эскейп не работает. А, я не то жму. Не, жму эскейп, но он не работает. Я не знаю, как выйти с игры на самом деле. Ну, короче, ребят. Всем всего доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Битфинт снимать будет еще больше хоррора.
Так что колокольчик нажмякайте, чтобы, короче, не пропустить новые хорроры от него, потому что он это дело любит. А у меня на сегодня все. Такая вот игра. В ушах звенит. Escape не работает. Курсор появился. Всем пока.